Мы рады приветствовать всех сегодня здесь. У нашей сестры день рождения. Но в честь этого события мы решили не просто ее поздравить, а собрать всех, кто тоже родился зимой. Поднимите руки. Кто? О, вы все получите подарочки, но это будет позднее. Так что я, как сестра нашей именинницы, сегодня собрала вас всех, но будем всех чествовать, кто родился зимой. Но давайте более романтично начнем наш салон. Сегодня атмосфера простая. Кто-то хочет — играйте, кто-то хочет — кушайте, танцуйте в соседнем зале. И давайте сегодня начнем с романса. Я вот знаю, наши прекрасные гости готовы нам исполнить Натали. Давайте насладимся первым романсом сегодняшнего вечера. Романс, который, к сожалению, влюбившись в подругу моей мамы Марию, и там был бит. Но романс он написал до этого, он переводил Байрона, у него есть целых 4 тома, которые он успел издать. Но вот этот романс посвящен его разбудению, его русского разбудения. Thank you.
и те, кто стихи читает, и романсы поет, поэтому можно спокойно подходить ко мне, например, или вдруг вставать и что-то рассказывать. Теперь не стесняемся. Давайте разыграем несколько фантов. Давайте. Я буду держать. А что тянуть? Сам тот, кто вызовется. Не-не-не, пусть именинница тянет. Так у вас много именинников. Пусть не классная, правда. Не подглядывать. А исполнять какую? Да, надо сначала узнать, кто исполняет. Так, кто хочет первый? Так, отлично. Наш кузен из Америки. Тетушка Адель. Не смотрите на него. Он у нас всегда как. Итак, это Мофан нужно. Придумать новое движение в Animal стиле. Да ладно. Вот это задание. Придумать новое движение в Animal стиле. Все имеющиеся знания запомнят. А вот новое придумать. Давайте животное назовем. Черепаха. Жирафа. Ежик. Вот, енот был звук подсказывает. Бомба енот был. Что, будет енот был звук? Почему нет? Они не знают, как они выглядят. Ну вот слышали, не знают, что это знают. Что же это такое? Танцуют. Это я потом покажу. Ну ладно. Приходите, не отпустите, говорят, такой танец обязательно. Итак, шаг. Что может быть важнее красоты? Встает туман, разводится мастерство.